Давайте начинать, а то вскипело. Добрый вечер, дорогие участники, добрый вечер, дорогие зрители. Добро пожаловать на кухню сцены «Зеленый поезд» на слете «Синий троллейбус». У нас сегодня очередной сборный концерт, посвященный 10-й музе дополнительной, но, наверное, одной из самых важных, если не самой важной. Музу эту звали в римской традиции Кулина. Она была то ли дочерью, то ли племянницей бога врачевания Асклепия. И врачевала римлян по-своему. И, наверное, это работало. У нас сегодня замечательная программа, очень много стихов, поэзии, песни, все вперемешку. Мы постараемся написать нашу собственную кулинарную книгу. И книга наша начинается с предисловия, или, другими словами, с предвкушения. И у нас, как обычно, увертюра застольная. Геннадий Гребнев, пожалуйста. Дорогие друзья, наш вечер посвящен еде и питью, то есть застолью. Каждый народ имеет свои застольные песни. И я сыграю шотландскую застольную композитора Людвига ван Бетховена. Эта мелодия является бетховенской обработкой народной шотландской застольной песни. Есть еще существенный повод для исполнения этого произведения. В декабре прошлого года в мире отмечалось 250-летие со дня рождения Бетховена. И исполнением шотландской застольной мы присоединяемся к празднованию. Постой, выпьем ей Богу еще. Ей-ей, здорово пьется. К чертям все, что не льется. Кто там над нами смеется? Сосед, наливай, твой черед. Thank you.
Спасибо. Спасибо, Гена. А мы перепрыгиваем.